Меня убили. Ну они не охренели ли? Я вообще-то в здании была. В каком-то здании была? Я была тупо в сарае, короче. Меня прострелили в сарае. Это чего? Это как его... Да, мы поняли. Читак. Отступник. Это отступник. Это отступник. Ну ладно, был жду. Вот и тёс тебя ждал, да? А это нормально, да, блин? Я в сарае была, мать его, сука, в сраном сарае, блин, просто-напросто, понимаете? У меня тупо... Во-первых, я юсек, они меня должны предупреждать, чё это за хрень? Хера, я тут задумал просто... Предупредительный в голову, блин. Охренеть, блин. Да, сейчас выйдем тогда на берег. Аня хорошо поиграла этот рейд? Отвали. Ваша оценка рейда от 0 до 10 баллов. Если бы были бы оценки, я вообще бы на половине в рейдах не буду там оставлять. Один справа, один слева. Справа только непонятно где. Крыса, блин. А слышишь, что там бегает? Справа бегает, слева по железу бегает. И тут народу сидит. FPS что-то супер мало. Понимаю, что резерв, конечно, но, блин. Серка. Этот обратно убегает. Видели, стоит там. Глушак по шару попадает. Кто-то с подвала вылез в этом, в меченке, в здании. Слышите, бегает. Прости? Тебе все в порядке с хпшкой? Или с регистрацией? Ни черта не вижу. Пойдемте рестартить. Может, погода будет хоть нормальная какая-то. Тут стоит. Или нет? Не пойму. А, он в этой стоит, в КППшке.
Да проверить. А, тут тоже снайперы, да? Фига, блин. Друг с Ремингтоном. Угу. Поносят вторые, хорошо. Ну, неплохо для первого рейда. Пятерых. Значит, с нуля пойдет. Нам и так можно было вместе играть. Бля, это не чел на лестнице стоит беззвучно. Убил меня. Блять. На который? Напротив этой тетриса, по-моему. Ш-12. А звук можно один хотя бы в игре? Ноль. Глушеная АШ, что ли? Да, нет, вроде не глушеная. Не глушеная АШ? Ну я не понял, он мне тупо сдул. Их, ладно. Бегает надо мной в комнате. А вот добро пожаловать в Тарков, чел, блять. Я к нему сам теперь без звука поднялся. Блюминг, Ник. Да, да. Но фишка в том, что он стоял, смотрел на меня боком и убил меня, как тебе такое. Фолт, чё? Удивляться чему-то еще в этой игре. Я его даже типа не знаю еще. Это чё, Аня? Это не я. Я уже прибежала. Это чевы какой-то должен быть. По таймингам тут не должно быть челоботов. Ага, вижу. Убил. Бот, вот этот, значит. Значит, ты меня там решил за 20к завалить, да? Всё это значит. Чё? Говорю, спалили тебя. Чё опять? То меня разоблачили, то спалили. Чё? В чём опять сегодня меня спалили? Что случилось? Аня, что там я опять сделал? Не скажу. Я обиделась заранее. Ну ладно, не очень-то и было интересно. Ты внутри? Да. Ты снаружи, да? Под зданием? Да. Типичная теща. Типичная теща, мне говорят. Что-то сказала, сама обиделась, не поняла. Нормально. Я все поняла, что я сказала. Ну, где гранатки лет вниз. Сейчас красиво убьем его, погодите секундочку. Ты внутри или нет? Нет, еще. На улице куда-то гранат. Я выбегаю. Ты его забиваешь его оттуда? Да, убил. Поднимаюсь по центру. Еще один. Аня, дай пойду. Убили? Не знаю. Убила. Хорошо. Вроде чисто теперь. Я сейчас жук спас просто. Железо от магазина. Ногу закрыли. Устали. Убил одного. Чуть главное заходил. Я да. Медичка, походу. Подбирает там шприцы. Дальняя комната, значит, левая. Я говорю, медичка. Минус один. Ну, это глушеный дробовик.
Паттисон. Что ты тут делаешь, Паттисон? Давай в Бэтмене иди снимайся. Ждем уже фильм, блин. Рон, да. Сколько времени? Что-то как-то очень маловато людей, конечно. Маловато. Блин. Там какой-то BDSM костюмчик, а не бэтменский. Вот реально, блин. Судя по скриншотам. Как бы не внушает доверия, что этот костюм там может от чего-то тебя засейвить. Вот. Ну я не знаю, но вот на первый взгляд смотрится смешно, нет? Чисто такой, как бы, такой гачий Бэтмен такой вот. Или вот, например, да, что это? Костюм женщины-кошки, етить. Наверное, много денег потратили на создание костюма, прям. Что это вот? Тяхозе, блин. От чего этот костюм его будет защищать? Явно не от выстрелов каких-нибудь, там, от патронов. От пуль, от ножей. Максимум от какой-нибудь плетки там, наверное, защищает его этот костюм и все. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.